Я шоу. Малыш, привет. Ну что, пойдем? Пойдем на наш хутор. Пойдем. Пойдем к землянке. Пошли, Яшка. Привет, друзья мои, привет всем зрителям этого канала. Сегодня мы опять выбрались с Яшей к нашему хутору. Идем потихоньку, двигаемся. Яша, как всегда, оббегает вокруг все, принюхивается. Ну, ведет себя, в общем, как собака. Все, кто меня смотрит, давно уже знают, что Яша издает звуки даже практически, как будто бы он гавкает. Поэтому он ведет себя практически как собака. Он своих сородичей никогда не видел, а живет со мной в частном доме, и вокруг там собаки, они лают, он слышит, я думаю, поэтому он подражает немного им. Но, может быть, в природе, в дикой тоже животные такие, кабаны, произносят такие звуки, не знаю. Хочу верить, что это не моя вина, что он так гавкает. Сегодня я собираюсь продолжить строительство лежанки на втором этаже. Ну и, конечно же, провести с пользой время, приготовить вкусный ужин на костре. Просто побыть, отдохнуть, показать вам, как расцветает природа. Появились листики первые на всяких кустарниках. Поэтому надеюсь, что вам понравится. Оставайтесь со мной. Сегодня вот такой немного пасмурный день. Но температура вполне такая достойная. 10 градусов тепла. Еще пару дней назад шли дожди, снег мокрый. Даже одно утро проснулся, лежало большой слой снега. Но все это растаяло, и сейчас вполне комфортная такая погода. Поэтому сегодня будет, я думаю, очень хорошо. Сейчас придем к землянке. Покажу вам, что там. Возможно, что-нибудь произошло. Я был на неделе, заносил туда доски. Вроде бы ничего такого там не происходило плохого. Все на месте, все в порядке. Скорее в лужу, скорее в лужу, да. Яшка, в лужу, скорее. Бегу. Упадет. О да, ты меня сейчас опять будешь мазать. В другую сторону. Задницу не простуди, Яша.
Вода-то холодная. Правильно, лопа чеши. Вот тебе, Яшка, радости. О, посиди на пенечке. Да, да, да. Ого, ого. Да, аж заходить не хочет. Ничего себе. Как интересно. Доски, которые я принес для лежанки. Все на месте, все в порядке. А ты что не заходишь сюда? А, Яш? Яш. Если бы он всегда в лесу жил, он бы всегда вот такой бы был. Никогда не понял бы даже, какой цвет у него. Thank you.
Все в порядке, никаких проблем. Все как и было, как уходил, так и все осталось. Так, друзья мои, сейчас буду делать лежанку дальше. Постелю все досками. И можно будет здесь уже спать комфортней. Не на полу. Можно будет еще какую-то полочку повесить, если там остались у меня спилы. Вот так вот. Яшка, как всегда, на свое место сразу побежал проверять, что там. У меня все по-прежнему. Ничего здесь не происходит плохого.
доски застелил. Сейчас я хочу вот здесь вот спереди прибить бревно. Такое небольшое. Оно будет не давать возможности падать сюда одеяло или спальник, что тут будет лежать. Возможно, даже матрасик. Оно будет немножко выше, а здесь немного ниже. Будет создавать вид такой общий, одинаковый, из бревен. А так доски здесь немножко выглядят негармонично. Когда я собирался из бревен делать, распилить вдоль бревно и укладывать, было бы, конечно, красивее намного. Но бензопила моя так и не заработала. Поэтому будет пока так. Я думаю, хуже не будет точно. Доски немножко покривило вертолетом. Но это все слегка потом уберется. Где-то подтянется гвоздями. Где-то потом снимется рубанком. Со стороны стенки здесь будет пока дырка, потому что у меня здесь идет труба с крыши для водосточной системы. А потом я тоже здесь доску принесу и устелю ее возле самой стены. У меня просто сейчас больше досок нет, я только 4 принес. Ну, сегодня будет комфортно здесь спать. Достаточно места вполне. Доска 150, 60 сантиметров. Сейчас я еще бревно здесь спереди прибью, и вообще будет хорошо. Кто-то спрашивал, где белки, почему их нету в кадре. Очень трудно заснять белку в кадр. Вот идешь по лесу и видишь, побежала по дереву. Пока я камеру включил, все, я ее не вижу. Она где-то затихарилась на сосне, и все. Я не вижу белку. Хотя она вот здесь только что по стволу подымалась вверх. Да. Здесь же они не такие, как в парках. Они дикие и не хотят сниматься совсем. Но они тут точно есть. Я их часто вижу. Сосна огромная просто. Ее размер, она высотой просто нереальной. Увидеть там вверху ее сложно. Может, она уже и перепрыгнула на другую сосну. Ну, где-то здесь. Яшка стоит. Яшка мой. Ну что? Так, особо об меня не тереться. А то... Сейчас сосенка валяется, вот, упала ветром. Выпили из нее то, что мне надо. Вполне себе подойдет.
Куда ты эту ветку потащил? А? Ах ты, красавчик. Пошли-то хоть в сторону дома тащи, а не в обратную. Яш, слышишь? Ты пришел, Яшка? Ну, понюхай, понюхай. Яша, не чешись тут. Иди там в лесу, иди чешись. Я собираюсь сделать полочку. И для нее вот нашел вот такие вот от сучьев небольшие типа подпорки. Готовлю их стенки, чтобы прибить, а на них уже поставлю спил. Вот такая полочка получилась, довольно большая, можно много чего положить, поставить.
И мешать не будет, я ее повыше сделал, чтобы не мешало ходить тут. Так, ну что, вот лежанка готова. Прибил я эту боковую бревно боковое. Сделал полочку. Задача минимум сегодня выполнена. Сейчас прибираюсь. Застилаю назад постель. Спальник. Лягу-прилягу. Как в песне. А я лягу-прилягу. Вот. Посмотрим сейчас, как оно. Ощущение-то. Ну, отлично, отлично. Здорово. Сюда еще доску одну возле стенки, и все, будет вообще широкая, классная постелька. Да, о, супер, супер, супер. Приятно, когда окно такое большое. Лежишь себе и наблюдаешь. Что там за окошком происходит? Здорово. Сейчас костерчик распалю. Сегодня приготовлю очень вкусный супчик. Многие подписчики писали, что я ни разу не приготовил суп. И да, сегодня я его приготовлю. Классно, и солнышко как раз выглянуло. Здорово. Надо будет взять еще машинку и полы шлифануть и покрасить. Вообще будет идеально, можно сказать. Пену закрасить тоже. Взять кисточку или баллончик. Потому что она разрушается от солнца. Тут солнца, конечно, нет практически. Если оно и разрушает, то на открытом солнце. А здесь его практически не бывает. Я думаю, что если и разрушится лет через там, не знаю сколько. А вот вокруг окна надо бы покрасить. Наличники надо будет сделать. Второй этаж уже буду делать как-нибудь там. Не знаю, когда, но не сейчас точно. Вот на таком уровне где-то. Пока мне второй этаж не нужен. Я гостей не жду.
забрасываю мяско, ребрышки. И пока будет полтора часа вариться мясо, буду снимать шум. Пока варится мясо, забрасываю туда луковицу и морковочку, и перца черного и белого, горошка для аромата. Наша перчатку мою не трогаем. Шалом. Крупными кубиками такими вот нарезаю картошку. Перчик. Можно красный, можно желтый, можно и такой, и такой. У меня вот красный. Это яшки. Тоже крупненько нарезаю. Ну а сейчас вы догадаетесь, что это за супчик я такой делаю. Конечно же, это шурпа, дорогие мои, шурпа. Можно, конечно, было в казане ее приготовить, но у меня здесь сейчас казана нету, поэтому я вот так в котелке ее приготовлю. Лучок надо замариновать. Его будем мы засыпать в самую последнюю очередь, уже когда в тарелочку нальем супчика.
уксус. Столовую ложечку. Немножечко укропчика туда. И перемешаем хорошенько. Это надо, чтобы он немножечко замариновался. Кисленький такой будет лучок с укропчиком. Да. Запашок такой. Шурпа будет просто бесподобна. Все, маринуется. Так, морковочка, которая варилась вместе с мясом 1,5 часа, мы ее достаем. Это яшки будет. И лучок, который варился, тоже там мы достаем. Он нам сейчас там уже больше не нужен. Перец и картофель с морковкой. Сейчас в конце самом картошка готова. Забрасываю чеснок. Пускай немножко настоится над чесночком. И можно будет кушать. Подготовил зелень. Это кинза. И укроп. Сейчас в конце еще забрасываю помидоры. И все. Два помидорчика, друзья мои, на мою эту бодейку хватит вполне. Тоже вот так крупно. Все, друзья мои, снимаю. Чуть больше 2,5 часа варилась шурпа. Этого достаточно. Приятного аппетита всем, кто со мной будет кушать. Самое главное забыл. Лук. Вот эта подача самая главная. Это маринованный лучок. Сейчас мы его сверху тут раз с укропчиком и черным перцем. Конечно же, зелень. И чеснок я уже бросал. Чеснок, перец и соль по вкусу. Какой аромат, а? Два с половиной часа были томительны, но я дождался.
кинза придает свежесть и аромат у нее сильный. С петрушкой так не получится. Свежий, очень вкусный. Вообще шурпа получилась. Мяско разварилось. Косточку можно было отделить сразу, но мне и так вот хорошо. Она отделяется очень легко. Видите, да? Всего как вкусно, Яша. Тут и морковочка, и картошечка. Иди кушай. Ой, объедение, да? И у меня тоже объедение. Лучок маринованный. Давай его сюда. Ну что ж, друзья мои, на этом я с вами прощаюсь. Закончился мой очередной день путешествия сюда, к землянке, к нашему хутору с Яшей. Как всегда, сегодня сделал все, что планировал. Сделал лежанку, полочку. Потихоньку обустраиваюсь. Ну а на этом хочу попрощаться с вами. Увидимся в следующие выходные. Всем пока. Хорошо.